Здорово, бублики, сегодня я вам покажу, как из говна и палок построить дом. Ладно, ребята, сегодня покажу реально три главные фишки, которые должен знать каждый битмейкер. Когда заходим в Ableton, переключаем раскладку на украинский. Второе, когда зашли и переключили язык, нажимаем на сочетание клавиш Ctrl, нахуй пошел. Да ты заебал! Ладно, накидываем кик и клэп по-буржуйски прямо. Переходим к пункту номер 2, делаем бит. На сегодня это все, ставь лайк и подпишись на мой ТикТок, Ютуб и Телеграм и Инстаграм канал. Так биба не шали, сука, в ебаколокню получишь быстро. Так расставляем хай-хэт, все ебать, бит готов. Ну все, погнали нахуй. Начинаем из этого строить дом. Начну с того, что переведу хай-хет и в МД дорожку. Теперь наш буржуйский кик немного изменяем. Далее делаем перебежки с хай-хетами, не забываем про правило 3 хетов. Один поставил, поставь еще два. Сейчас накинем мы носок, ой, блять, какой носок, босок. Для начала по-джеки-чански ставим от кика к кику, затем будем подымать и опускать по нотам. Нот всего если что 7, но это вам так на скидку. Мне вот это именно бас капец как нравится, на него даже сачи не нужно делать, он с любым киком классно звучит. Не забываем громкость убирать, так как можно хуйца получить за такое дерзкое поведение. Ставим мягкий open head, чтобы он придавал треку объемного звучания. Добавим рим, но не город, он нам нахер не нужен. Нам нужен рим, который пёр, который как лёг, только рим, удар палочкой по твоей мягкой жопке. Мы, товарищи, не хотим трахаться с нотами, поэтому наше решение это колокольчики и расставляем через один, и они всегда будут классные. Ты мне скажешь, брат, а почему там какая-то голубая дорожка, ты что голубой? Я отвечу, брат. Ты как мог подумать такое обо мне? Мы же с тобой с пеленок. Да, братан, блядь, так не говори, ну и нахуй, блядь!
Ладно, в пизду мы обработаем быстро бит в прямом эфире. Ну что, биток, то, Лил Пам, нервно курит пятку в сторонке, пока я делаю историю. Ну что, всем пока, завершим наше видео на счастливой ноте. На случай, если буду нужен, то я там же, где и был, когда был не нужен.